Следствие по делу Алексея Навального начнется в случае подтверждения наличия в его организме отравляющих веществ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее ЕС и НАТО пообещали усилить давление на Москву в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера. Брюссель назвал это покушением на убийство с использованием химического агента «Новичок» и не исключил введение новых санкций. В его пресс-релизе говорится, применение химического оружия совершенно неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Вопрос об отравлении Навального обсуждается и в НАТО. Глава альянса Йенс Столтенберг созвал в пятницу срочное совещание. Соратники российского оппозиционера по созданному им фонду борьбы с коррупцией требуют прозрачного и независимого расследования. Они считают, что за отравлением стоит Кремль. Сейчас российское государство будет придумывать самые безумные, абсурдные версии того, что происходило. Это их стиль работы. Вот сейчас они будут говорить про провокации Запада, про вмешательство третьих сил. Еще что-нибудь обязательно придумают. Это такой вот стиль работы. Навести максимальный бардак и запутать максимально. Белый дом также осудил отравление Навального, но открытых обвинений российских властей не прозвучало, тогда как кандидат президента США демократов Джо Байден указал на Москву и пообещал в случае своего избрания привлечь к ответственности президента Владимира Путина.